Во Владивостокский цирк приехала новая, поистине завораживающая программа под названием «Империя хищников». Это цирковое шоу громко заявило о себе на мировом уровне. Огромная гастрольная фестивальная география включает в себя Швецию, Францию, США, Швейцарию, Великобританию, Монако, Германию, Италию, Венгрию, Норвегию, Китай и, конечно, Россию. Это шоу – особый жанр перформанса, объединяющий в себе театральную постановку и цирковое представление. Мы хотели этим спектаклем показать то, что добро, зло всегда конкурирует, но, конечно, всегда побеждает добро. И, конечно, присутствует очень много хищников. Это леопарды, ягуары, пума и волки. Изюминкой программы, конечно же, является изумительное взаимодействие хищников и дрессировщиков. Евгения Верлатая провела в цирке всю свою жизнь, а сейчас она уже не представляет себя без своих хищных четвероногих друзей. Они действительно серьезные звери, волки. Они выглядят только для зрителя, могут показаться как собачки, но на самом деле они такие коварные животные, потому что они в стае у меня работают, не по одному, там на поводке. Они не настолько прирученные, прям знаете, как вот сосочки с бутылочки, чтобы дома жили. Нет, они живут полноценной жизнью, по парам. У них в стае есть альфа-самка, альфа-самец, они огрызаются, они дерутся, играются. У них полноценный образ жизни, я за этим слежу. Во время коронного номера с хищниками в одной клетке находятся хаски и черные канадские волки, пумы и ягуары. Это зрелище завораживает и восхищает одновременно. Программа будет интересна всем, потому что здесь и клоуны, и здесь и сложные номера, сложные трюки, и красивые декорации, костюмы, музыка. То есть будет интересно всем. Мне больше понравилось, то, как все танцевали там красиво. И они старались хорошо. Меня зовут Дима, и я хочу сказать, мне понравилось «Империя хищников». Как они там прыгали, и артисты занимались всякими фокусами, которыми я еще не умею. «Империя хищников» – это битвы шаманов, чудеса эквилибристов, жонглеров, акробатов, дрессированных хищников и других животных. Я видела очень много программ, но это самое лучшее. Все приходите на программу «Империя хищников».